Итак, друзья, мы сейчас возвращаемся улица Мира. Единственный минус, пока здесь могу сказать, что нету настилов. Но я думаю, что в дальнейшем они появятся. С правой стороны есть туалет-душ, но он пока тоже не функционирует. И здесь мы нашли чистейшее море. Это самое главное. Давайте посмотрим вообще, что на улице Мира сейчас есть. Здесь у нас остановили вот так, прям такого ни разу не видел. Видел лимончики. А может, это был раньше апельсин, его просто перекрасили в такой вид. А здесь ларек стоит. Вчера просто администрация рапортовала. Ну, значит, администрация разрешила на дюнах ставить торговые ряды. О том, что они тут отработали. Поубирали там кранами некоторые точки. Было очень интересно. Спасибо, ребята. Команда из Пскова на меня подписалась. Здесь ларечки, мохито, батуты. И это улица Скифская, мы к ней подходим. Улица Мира. Отель, допустим, Идеал. Есть на обзоре, будет переснят в этом году, я думаю. И смотрим дальше. Работают торговые точки, продукты, мороженое, разливухи разнообразные. Также качают столовые. И всего-всего очень много. Водичка данная работает. Здесь пока еще не пооткрывались торговые точки. И смотрим, что у нас здесь происходит. Что-то как-то странно, слушайте, как будто кто-то специально, что ли, фонари поломал местами. Не могу представить, просто чего они попадали. Столовая с левой стороны. Если кушали, печите обязательно. Как вам там? Я сейчас ноги с песком, не пойду ценники подснимать. Я думаю, следующий проход мы обязательно их тоже захватим, сколько здесь что стоит. Это сама улица Скифская. И смотрим, что здесь происходит, ребятки. Все торговые точки открылись. Аптека не заработала еще в этом году. Странно, кстати. Думал, что она будет. День добрый. Блинная закусочная, пожалуйста. Тоже все работает. Нет. Ты угощаешься, ну скушать. Самое главное, вот цены выросли или нет? То есть остались в прошлом году? Чуть подорожали, рублей на 50. Остальные цены остались. Все так же осталось, ребят, можете увидеть. Бавария, ценники, все. Хорошая работа, увидимся. Проход работает потихонечку, так сказать. Можно сказать, нету точек, которые еще не открылись, кроме аптеки. Ну, как тебе на вкус? Бомба. Бомба. Тротуар по улице Мира сухой, здесь на дороге чуть стоит вода. Мешает? Нет. Там эти стоят как-то лежачие полицейские, никто не разгоняется, нас не поливает. Это самое главное. А вот сюда дальше, видите, уже посложнее. Здесь не все ролеты открылись. Жалко, конечно, хотелось бы, чтобы совсем все работало. Вот там картофель печеный 40, овощи печеные 60, сейчас по ксемге 250. Красота. Комплексный обед здесь, кстати, 200 рублей написано стоит. Какую рыбу здесь только на эту. Ух, аромат пошел. Косички. Вот здесь опять жизнь закипела, опять все работает. Красота. Я звезда. Ну, мы же тебя еще не сняли, как звезда. А расскажите, что почем? Еще не сняли, уже звезда. Представляешь, если снимут что-то. Ага, я знаю, что это. 170 с мясом, с говядиной 190. Сыром и картошка, сыром по 170. А сосиска в тесте и водочка? Водочка 180. Это все готовится здесь, да. Правильно? Жарище. Так. Это хлеб именно, да? Да, лаваш. Половинка. Вот такая вот, вот половинка будет. Да, да. Все, красота. Да. Итак, дорогие друзья, смертельный номер, 2022 год. Сегодня 9 июня, температура моря плюс 23, температура воздуха плюс 25. Только что прошел ливень, затопило Паралию именно из-за этого, потому что сегодня Джаник решил открыть сезон. Он вообще не купается в море, но вот из-за того, что последние несколько лет я его таскаю, он решил начинать сезон. Все, открыл. Ура, ура! Все, Джаник сезон 2022 года открыт. Морюшка у нас, посмотрите, какая красотища просто. Это очень-очень-очень круто. Всех поздравляем с открытием сезона 2022 года. Искренне и от души. Дай Бог, чтобы у вас все было просто великолепно. С
Солнышко светило, морешко было чистое, как у него, и море это было сила. Ну как вода? Вот, а ты не хотел купаться. Ему зашло, так что, друзья, бросайте все и приезжайте. Вон и детки купаются, вообще шикарно.